Всем привет! Сегодня, как всегда, расскажем последние события, что у нас происходит, что в мире в Турции происходит. И начнем с того, что начался сезон красных носов. Денис такой выходит: да не, тепло. Я смотрю по календарю, по погоде, плюс 11, в общем. Прям теплее, морозно, и пар идет. Теплее. Сейчас ветра нет, вообще хорошо. Все, пойдем рассказывать. Что-то там Наська химичит. Я подсказочку включила. Начнем с того, что недавно, вчера, начали сбор в Анталии подписей. Сейчас скажу, как это называется. Начали сбор подписей с требованием запретить... с требованием запретить продажу, аренду жилья иностранцам. Ничего себе. Началось. Ну, собственно, вполне логично. Сейчас данные прочитаю, вот. И за сутки под ней подписались в этой петиции свыше 5500 человек, а вообще они планировали 7500 человек. Чтобы, эту петицию как бы рассмотрели. Ну, там 7500, это настолько мало даже. Но, с одной стороны, мало. Вот, а с другой стороны, ее уже будут рассматривать. Ну, собственно, они требуют все это... Давай сейчас пробуемся. Кайлуш, там много русских подписей поставила? Которые приехали год назад. Возможно. Сейчас школа 8:30, опоздуны сейчас все забегают, у нас с вами будет спокойно. О, опоздунов-то сколько много. Ладно, ребят, сели, продолжим рассказывать голые факты, немножко выдержку из этой статьи. Необходимо остановить сдачу в аренду и продажу жилья иностранцам в Анталии, в то время как средняя аренда жилья в Анталии на месяц превышает 10 тысяч лир, это 536 долларов. И в Алании она превысила 13 тысяч лир, 697 долларов. Я думала, в Анталии самое дорогое. Оказывается, нет. Вот. Резкий рост цен за аренду приводит к жилищному кризису. Жизнь в городе для многих жителей стала невозможной. Ну, в принципе, все логично. Еще немного статистики. То, что недвижимость на курорте за последние 3 года выросла с 32 тысяч долларов до 267 тысяч долларов. Кто вложился, тот молодец. В общем, а цены на аренду в Анталии за 2 года выросли на 395%, отмечается в петиции. И в ней указывается, что хозяева жилья постоянно повышают цены на аренду или выселяют жильцов, предпочитая сдавать его по более высоким расценкам иностранцев. И сейчас 25% жителей Анталии составляют иностранцы. Это обалдеть. Уже? Да. В городе проживает порядка 200 тысяч иностранных граждан, говорится в петиции. Вот. И этот весь бум начался, собственно, с марта. Все логично. Что можно сказать, ребят? Хочется те, кто вынужденно приехал после марта, вернулся иностранцы на родину, чтобы все было окей, и чтобы местные жители стали спокойно. В общем, хочется, чтобы у всех все было хорошо, потому что всех можно понять, как и тех, так и тех. Вот, как-то так, чтобы все быстрее закончилось. Что у нас из новостей еще? Я хотела вам что-то рассказать и забыла. Yeah. Вспомнила, ребят. Самое интересное, у нас под видео иногда, когда я на что-нибудь жалуюсь или что-нибудь рассказываю, просто как факт пишут, типа, ну, валите там свою Россию на родину или еще куда-то. Вот. Вопрос к знатокам в комментариях. Где та грань, когда нужно валить на родину, либо если, допустим, я на своей родине и в чужом городе, могу ли я высказываться, допустим, то, что много собак или нет, или тоже нельзя об этом говорить. Вот. И либо если я в своем городе, но на чужой улице много собак, должна ли я валить на свою улицу? Или это и так дальше. Потому что дом, квартира, вы поняли логику. Вот. Почему бы просто не определиться, что мы живем на одной планете Земля? Ну, как бы я такого мнения, но я так понимаю, многие другого, и легче, не знаю, куда-то себя там запечатать, на родину, на свой дом, на свою улицу, в свой район и так далее. Вот, пишите, в комнате запрись там, да, и все. Да, просто напишите, что вы думаете по этому поводу. Я все-таки думаю, что мы все люди, вот, и надо как-то к этому придерживаться. Так что так, еще одна классная новость. Что-то у нас какой-то новостной больше выпуск. Я хотела про свои рассказать, что у нас происходит. Наверное, в следующем выпуске расскажу. Наконец-то стартовал Uber в Анталии. Если кто-то не знает, его тут не было. Такси вызывалось по кнопке вообще, то есть никакого, в принципе, приложения такого не было общего. Мне кажется, это из-за туристов. Ну, возможно, из-за количества приезжих, а может быть и нет, может, так и планировали. В общем, все теперь... Фух, я подумала, что это... В общем, все теперь будет классно, можно вызывать будет Uber и спокойно ехать куда угодно. А ты раньше не спокойно ездил? Ну, когда едешь по счетчику, там кругалями иногда наматывают. Угу. Вот, еще иногда нужно внимательно, даже у нас была такая ситуация недавно, я тоже снимала это сразу на видео,
то, что даешь 200 лир, а тебе сдачу в такси дают как со 100 лир. Ну, просто будьте внимательны. И сидит такой, типа, ждет. Ну да, и такой, ой, забыл. И у нас у знакомых тоже уже были такие случаи. То есть, ну не всегда, конечно, когда-то бывают случаи, что реально человек, может, там забывает это, но иногда вот так пытается немножко заработать. Ничего, на иностранцах немножко обмануть. Мне кажется, очень даже нормально. Ну да. У нас, кстати, пока мы шли, я так и не поняла, на горах появился снег или это так просто это блики снег. Падают? А мне кажется, блики. У меня зрение просто получше, я говорю тебе, что это снег. Он сероватый, по-моему, был. Ребят, собственно, так как сейчас очень холодно, новости получаются, и все выпуски короче-короче, плюс 11, все замерзает, подмерзает, уже на лавочках сидеть холодно. Завтра пойдем снимать, Денис, наверное, пойдет снимать адвоката, так что если у кого-то какие-то есть вопросы там по поводу, не знаю, там аренды, покупки, короче, у кого есть какие вопросы, понакидайте, если, ну, соберутся в кучку, мы их зададим, да? Угу. Если несколько будет, как бы. Вот. Все, на этом все, пока-пока. Пошли греться. Как быстро. Очень быстро.